Товарищи велосипедисты, продолжаем наш обзор, и у нас Scott Edict RK, такой вот белого цвета, сочетающийся с черным, на трансмиссии SRAM Force. Тут все у нас по классике, передняя машинка SRAM Force, задняя SRAM Force, кассета тоже, и сглаженная цепь в стиле SRAM. Тут вы можете заметить большой паук, это поверметр, установленный прямо в шатуне, в звезде. Для чего это нужно? Для того, чтобы понимать, с какой мощностью вы давите на педальку и не только. То есть он считает и каденс, частоту оборота в минуту. Вот. Это все вы можете отслеживать при помощи вот этого датчика, который установлен здесь, в звезде. Вот. Колеса у нас тут идут базовые, карбоновые, Syncros. Компания Syncros принадлежит Scott фирме. Они производят оборудование, комплектующее для своих велосипедов, ну и множество других, но обычно они комплектуют именно байки Scott, компания Syncros. Вот подсидельный штырь, руль, вынос, колеса, вот, то есть все базово комплектуется этой компанией. Велосипед размера XS отлично подойдет для девушки. Если вы хотите сделать ей приятно, подарок, то это будет хороший выбор для того, чтобы ваша вторая половинка начала кататься уже с вами. Вот, и вы можете ее вовлечь в это дело все при помощи данного велосипеда. Стоимость небольшая, составляет 289 тысяч рублей. Данная стоимость весьма оправдана. Комплектация на этом велосипеде самая жирная. То есть это плюс для этого велосипеда. Вес данного велосипеда порядка 8,3 кг, без учета вот этих прекрасных педалей Shimano Ultegra. Если вы планируете приобретать данный велосипед, также могу сделать вам приятный бонус в виде вот этих педалей. Тут вы можете заметить гидравлические калиперы SRAM Force. Байка гидравлические тормоза. В принципе, такой вот миниатюрный и гоночный аппарат. Если у вас остались вопросы по данному велосипеду, вы можете написать нам на Авито. Ссылка на Авито будет в закрепленном комментарии или же в описании под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите видео. До свидания.